Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, чего вы наконец-то дождетесь. А на моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Девочки, а дождетесь вы встречи с кем-то из ваших родных, близких или знакомых, с которыми давно не виделись. Встреча очень приятная. Это также может быть встреча с мужчиной, с которым давно не виделись. Ну, к примеру, когда-то у вас была симпатия, или, может быть, даже были какие-то отношения, да, а потом вы расстались, пошли каждый своей дорогой. Может быть, школьный роман у вас был, да, и сейчас встретитесь. Также, если у вас ссора, конфликт, разрыв или расставание с вашим мужчиной, то вполне возможно, да, что он появится, и примирение появится, кстати, неожиданно. Вот. Ну, а также встречи, да, действительно, с родными, близкими, друзьями, знакомыми. То есть встречи с теми людьми, с которыми вы хотите встретиться. Ну, это вот кто-то из вашего прошлого. Встреча очень радостная, счастливая, вы будете очень и очень довольны.